Эта грустная песня посвящена всем тем, кто погиб во время турецкого геноцида армян в 1915 году. Он был организован на территории Османской империи и стал одним из самых ужасных событий своей эпохи. Представители этнического меньшинства подверглись депортациям, в ходе которых погибли более 1,5 миллиона человек. Эта кампания по истреблению армян сегодня признается геноцидом большинством стран всего мирового сообщества. В Анапе в армянскую общину входит почти 20 тысяч человек, и для них 24 апреля – особенная дата. Сегодня день геноцида. Мы собираемся каждый год. Этот скорбь в наших сердцах, в душе. Чтобы не повторилось никогда такое в мире, мы должны и обязаны своему поколению, детям, своим близким направлять и говорить, постоянно бить колокола об этом. Тогда мир может будет понимать, чем это зло заканчивается и как оно происходит. Слова скорби и соболезнования также высказали представители городской администрации. Позиция России была и остается объективной и последовательной. Массовому уничтожению по национальному признаку не может быть оправданий. И международное сообщество должно сделать все, чтобы подобные злодеяния никогда и нигде не повторились. Трагедия, конечно, она останется в памяти на века. И надо все делать, чтобы этого не допустить. Мы с вами пережили еще один геноцид, геноцид Великой Отечественной войны. Мы с вами знаем, что из 27 миллионов погибших в войне, 2/3 – это мирные жители, старики, дети и женщины. Поэтому все надо делать для того, чтобы геноцида на нашей земле не было никогда. События столетней давности коснулись всего армянского народа. Практически в каждой семье есть поколение, которого эта трагедия не обошла стороной. И сегодня в память о жертвах армянский народ во всем мире зажигает сотни тысяч свечей. У каждого из нас есть предки, которые были жертвами этого геноцида. И, конечно, это наша обязанность приходить в этот день и почтить память нашим жертвам, которые происходили в те далекие времена, которые никогда не забудутся, и мы всегда будем помнить о них. В завершение митинга настоятель храма Сурб-Геворг отец Тер-Иеремия отслужил молебен, в котором помянул всех погибших и призвал к миру во всем мире. Руслан Душевский, Анапа регион.